Всем привет, меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я показываю окрестностями Туниса, в которых я проживаю, покажу вкусный тунисский салат и поделюсь своим источником вдохновения, чем я вдохновилась и как я отобразила в своих эскизах. Если вам это интересно, то оставайтесь вместе со мной до конца. Жасмина, что ты кушаешь? Картошку. Картошку. Хотела бы очень показать наш обед. Моя свекровь нас балует, вот она для нас иногда готовит. И вот она нам картошку фри принесла. Это у нас идет рыбка пожаренная. И это идет местный салат из макарон. Можете посмотреть, как выглядят макароны. У нас, допустим, в Алмате таких макарошек нету. Из чего состоит салат? Помидоры, макароны, петрушка, оливки. И рыбка тунец. Тунца они вообще очень часто используют, и в пиццу кладут, и во многих блюдах у них есть эта рыба тунец. Данила, я готовку. Давай, покажи картошку. Как надо кушать, покажи нам. Ты сегодня куда пойдешь? Катуса. Катуса. Катуса это на арабском будет киса. Кузик, пусы. Жасмина, самолеты куда летят? Тунис. Тунис. С такого вот кактуса люди собирают такие вот плоды, и они употребляют это в пищу. Но мне, если честно, на вкус не очень понравилось. Очень часто можно встретить вот такие вот красивые деревья. Такие вот здесь красивые растения растут, цветы. Вот такие вот гранаты растут у нас в огороде. Такие вот у нас голуби находятся. Не знаю, что это за скрещение, но в общем они летать не умеют. Но у них шикарный хвост. Просто источник вдохновения настоящий. Мне надо их сделать скотчем. Они будут летать, как у них бабочка. Вдохновилась красивыми голубями и решила я немножечко взять что-то из них и принести это на свои эскизы. На первом эскизе я вот указала крылья и написала «Свобода», потому что ну, для меня это немножко ассоциация с свободой. На втором свитшоте я решила поделить на две части, черную и белую, потому что есть голуби, да, такие. Вы видели это у меня видео. И вот такие вот крылышки я предполагаю сделать из шифона. На этой стороне будут белые крылышки, потому что это черное, а на белой стороне употреблю такие вот черные крылышки из шифона. Думаю, придаст очень красивую легкость и женственность свитшоту. Третий набросок я вот употребила вот таких вот красивых голубей. Думаю, что это очень мило. Мило символизирует парочку, свободу, любовь. И, в общем, я очень довольна осталась своими эскизами, своими набросками, своим источником вдохновения. Если вам все это понравилось, напишите мне в комментариях, какой вам свитшот понравился больше. Первый, второй или третий. И всем пока-пока!